Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, мы забираем свой приз и смотрим. Так, Лига Мастеров, 2 звезды. Тигриный коготь, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Также забираем с вами ежедневные награды. Окей, так, в магазине открываем с тобой колоду. И у нас там выпадает, кто же? Леонардо, ё-моё. Да, о нем я только и мечтал. Ну что, задания у меня здесь выполнены все. Вот, смотри-ка, у нас разыгрывается Рафаэль. Это прикольно, Рафик мне нужен. Слушай, в первый раз я вижу, чтобы на турнирке разыгрывался Рафик. Вот сколько играю в первый раз. Так, ну что, давай посмотрим список. Ай, ребята, ай, красота. Да ты посмотри, что тут происходит. Ё-моё. Я даже и подумать не мог, что столько персонажей могу перевести в платиновый ранг. Ох, ё-моёшечки. Так, ну что, давайте, друзья мои, подведем итоги. Голосование не было у меня, да? Но я выдвигал кандидатуру. Значит, Донателло выставлял, Тигра и, по-моему, все, да? Это вот основные. Донателло, Тигра. А, по-моему, еще Сплинтера. Так, а где у меня Сплинтер-то? Куда он там спрятался-то? Вот он. Были пожелания, короче, за Донни. Больше всего голосов получил. За Тигра не меньше, кстати. И за Ваньку Стиранка. И вот я сижу и думаю, кого же мне перевести. У Тигра, да, у него все хорошо, но у него одна массовая атака, понимаешь? Поэтому у Сплинтера вообще нет никаких массовых атак. Поэтому, наверное, я все-таки переведу Донателло. У Ваньки, по-моему, тоже две массовые атаки, да? Ну, бог с ним. Давайте сделаем Донни, чтобы, как говорится, вся братская компания имела платиновый ранг. Поехали, друзья мои. Хватает у меня все. Все хватает. Йоу. И Донни становится у нас платиновым. Отлично. Я надеюсь, вы рады за него. Ну, а мы с вами по стандарту, друзья мои, идем куда? Конечно же. Первый день недели у нас начинается с турнирной арены. Рафаэль Видение. Слушай, ну стоит за него побороться. Кстати, а, мы же ДНК получили на Тигра, да? Нам нужно с тобой что сделать? Уничтожить их. Распылить, скажем так, 45 штук. И сколько я получу? 3150 асюриков. Окей. Неплохо, я считаю, да? Ну, тут по мелочи, потом мы с этим всем разберемся. А сейчас самое главное у нас турнирная арена. Кстати, испытание. Будет Армагоша на этой неделе у нас на эксперте. Потом у нас космические странности. Я сейчас посмотрю. О, Рафаэль Космос, Лео Космос, Майки и Донателло. Вот за этими черепашками нужно обязательно сходить. И День Донни. Так, Донни фильм нам нужен. Донни видение нужен. Ролевой. Все эти Донателло нам нужны. Кроме вот этого. Потому что он у нас уже в платиновом ранге. Ну, а сейчас все, ребят. Иду на турнирочку. И смотрим. Люся, Юра и Олеся. Так, один мужчина, да, среди двух женщин. Ну, мы с тобой выберем. Да любого можно взять. Давай, например, возьмем Люсю. Возьмем с тобой Люсеньку. И наших Бибоба, Рокстеди и Донателло. Он сейчас хорошо здесь должен повеселиться. От души наш Донни. Так, ну начнем вот так вот. Выстрел. Вау, муха упала. Давай-ка вызовем с тобой шар. Ах ты, хан, крепкий оказался, орешек. Не стал падать, да? Рафаэль бросает свои саи. А мы его... Опа, не добил. Странно. Все, друзья мои. Первые бои, как всегда, вы знаете, да, идут у нас на изи, потому что уровни маленькие, так что будем продвигаться с вами. Чем выше мы с вами поднимемся, тем лучше для нас. 78-я позиция. Так. Кто Лулиан?
Анджел. Не, Аргил и Анетта. Хм. Давай возьмем Анетту. А че? У нее здесь бронза есть, там уже почему-то пошло серебро. Но тут еще и золотой бибопчик стоит. Хм. Золотой бибоп для нас ничего не решает, согласись. Мы его все равно ушатаем. Ну что, поехали. Так, давай из бластера бомбанем. Ну вот, видишь, о чем я тебе и говорил. Практически уже готов, парнишка. Так, дальше нам надо с тобой Леву. Давай поджарим. Ну, отлично. Так, ты смотри, он отхиливается. Но хил не прокачанный, поэтому толку от этого очень мало было. Мы его ушатали. И дальше нейтрализатор. Сейчас мы его добьем. Все. Делов на копейку. Я надеюсь, мы с тобой перейдем в 3 звезды или нет. Что за проблема? Опять ребята со связью, что ли? Или... Нет, все хорошо. Смотрим. Воин 3 звезды. Как с куста. У нас с тобой 92 позиция. И у нас Олеся, Кайл и Карен. Хм. Давай возьмем Олесю. Возьмем Олесю. Она вроде бы послабее. Хотя уже уровень 20. Раз, два, три, четыре. Уровень 20 и 4 персонажа мы с тобой используем для драки. Угу. Давай-ка начнем с бомбочки. Я думаю, это оптимально для нас. Массовый урон. Причем не кисло, да, получили. Теперь бросим люк. Опа-на, упал Бакстер. И, возможно, сейчас мы остальных добьем. Нет, не добили. Хорошо, давай сделаем вот так вот, обычную атаку. И нунчаками. Да, друзья мои. Все замечательно. Мы проходим с тобой дальше и смотрим, что у нас будет за враг. Точнее, будем мы сами выбирать. Но посмотреть все равно нужно. Опачки, я в элите. Пока до самураев мы с вами двигаемся вообще на изи. Так, Джейсон, что с ним случилось, с этим Джейсоном? Что у него с лицом, ё? Это просто тыква, наверное, какая-то. Так, Салман и Дихно. Ну, давай возьмем, наверное, Дихно. Какая нам разница, кого, да? Петрушить. Будем бить Дихно. Так, выбираем Рафаэля, Бибопа, Шинигами и Кейси. Все. Кейси у нас, как говорится, бывалый хоккеист. Правый мститель, поэтому он должен разобраться с ними со всеми. Но в первую очередь, естественно, нужно убирать Бакстера. Ой, какой Бакстер? Крис Брэдфорда. Друзья мои, я еще не проснулся. Вы уж простите за мою речь несвязанную. Не могу никак собрать все воедино. Так, ушатали. Ну, хорош, а? Хорош, успокойся, Бибоп. Плевок. Давай попробуем бортануть, наверное. Да ладно, что так слабо-то? Шинигами, ну хорош. Давай вот так вот добьем с тобой. И Макман, ну он злюка. Ты посмотри, что он делает. Три удара нужно моим бойцам сделать, чтобы разрушить этого Макмана. То есть, до чего он крепкий? На 22-м-то уровне. 22-й же был, да? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Я хочу посмотреть, какой у него был. А, 25-й. Тогда понятно. И мы до сих пор в элите, как ни странно. Никуда мы с тобой не продвинулись, к сожалению. Сашка, Лёшка и Нонейм. Сразу хочу, наверное, вот, Санька. Какой 29-й уровень уже? Ё-моё, погоди-ка. Хотя мои ребятули, я думаю, справятся. Надеюсь на это. 29-й левел уже. Быстро продвигаемся мы. Ну что, понеслась. Делаем массовую атаку. Окей. Так, Пит. Кого бы нам... Давай, наверное, Мондагика попробуем ушатать. Ага, не вышло. А если так? Отлично. Теперь давай сделаем кувырок. Муха сейчас будет лечить. Да. Так, а этот еще и провокацию взял. Ты посмотри, что делает. Ё-моё, и Маузер вызвали. Хорош, успокойся. Значит так, мы с тобой пробуем пробить Острозуба.
Да ну. Так, я тоже возьму провокацию на всякий случай, чтобы никто здесь не чуданул. Ха-ха, у нас еще и защита. Перед ним упал, короче, говнюк. Муха промахнулась? Ты че, Пит? И даже саблезуб промахнулся. В чем проблема? Уклонение, да, было? Постепенный урон и добили. Пит добил, молодец, красавчик. Ну что, двигаемся с вами дальше. Я думаю, сейчас хорошенько мы... У нас было большее количество кубков, поэтому элита 2 звезды и ранг 50-й. Окей. Устраивает меня это дело. Так, давай смотреть. Джейсон. Джейсон, что мне с речью, ё-моё. Так, Зака. Опять этот тыквоголовый. Тыквоголовый. Ладно, возьмем его. Возьмем его и против него поставим. А у меня уже 40-й уровень, поэтому я ничего переживать и не буду. У него 28-й уровень, да? А у меня 40-й. Разорву, да ё-моё, как же меня раздражает вот эта фотография. Не знаю почему. Так, давай лучом бомбанем. Слушай, неплохо. Так, надо уничтожить нам Кирби. Окей. Дальше. Кто тут у нас такой? Наверное, все-таки Мондо Гекко я попробую шатать. Ага. А если так? Вот, уже лучше. Так, давай дальше, наверное, просто ударим. Успокойся, Донни. Рафик тут подтянулся. Да, кролики, конечно, отличились своей силой здесь. Все, друзья мои, прошли. Ну что, двигаемся с вами дальше. Посмотрим заодно, перескочим мы или нет. Нам, как говорится, до самураев рукой подать. А пока мы... Так, 67-я позиция. Мы с тобой в элите. То есть уже близко, да, к самураям. Аллочка, Тамара, видимо, и Рена. Рена, Рената, что ли, или как? Я возьму, наверное, вот Рену, потому что здесь кубков очень много. Правда, персонажи тоже здесь очень сильные. 35-й, 37-й уровень. Для моих 40-х это уже, знаешь, как-то критично. Я на всякий случай перестрахуюсь с помощью Донателло Видения. Если что, возьму в провокацию его. Будем надеяться, что он выстоит и его не пробьют. Так, здесь Лео, Майки и Раф. Ну что ты, что ты, что ты, что ты закрутился, завертелся. Как на иголках. Оу, ё-моё, вот это плохо. Да что такое? Эй. Хил-то есть? У меня хила здесь нету. Так, ну что, как я и обещал, возьмем с тобой провокацию, потому что нифига они тут раздухарились. Так, давай массовую атаку от Макмана. Окей. Да иди ты в пень. Так, дальше что? Надо, по идее, нам расправляться с Леонардо. Так, давай-ка галушку бросим с тобой. Окей. Дальше, дальше нам нужно, наверное, вот этого наказать. Попробуем суператакой. Отлично. Смотри, Донни стоит вообще по барабану на всем. Давай бросим кувалду. Бамс. И вот такой удар сделаем с тобой. Не пробили, а так... Да ладно, хорош, ну-ка, сосиськами ему. Нунчаки сосиски, прикольно, да? Ну, в общем, ребята, идеальная победа, отлично. Да, Острозуб здесь, конечно, в плане провокации не потянул бы. А вот Донателло, другое дело. Ну что, мы с вами в самураях, одна звезда. И выбираем так. Опять обрывы соединения, друзья мои. Значит, Дихна, Хантер и Нонейм. Если брать по кубкам, то лучше, конечно, Дихна. 41-й даже уровень здесь есть. Опачки, 41-й. Погоди-ка, он практически со мной на равных. Сейчас, я что-нибудь придумаю. Я что-нибудь придумаю, только вот что. Массовых атак. Ну, маловато, конечно. Здесь только Донни может нам с тобой насолить. У него, по-моему, массовая атака. Остальные, в принципе, ничего не должны нам сделать. Рахзара, я сомневаюсь, что не смогут пробить. Так, а вот мы сейчас будем тут веселиться. Давай, Крэнк. Бамс! Отлично.
Так, массовая атака. Давай бросим с тобой осколки. Окей. Сейчас будет хиляться, да? Эйприл. Если, конечно, она успеет. Баллончик бросим с тобой. Может быть, не успеет. Вау. Кейси, молодец. С одного баллончика ушатал остальных всех. Мне понравилось. Ну что ж, двигаемся с тобой дальше тогда. 97-я позиция была. Становится 34-я. Окей. Так, Стюарт, Джеймс и Серега. Нам надо брать с тобой Джеймса. Кубков у него больше всего. И уровень, посмотри, уже 43-й. Так, 45-й. Окей, берем с тобой. И ко всему прочему я возьму Железноголового. Да, возможно, это нечестно. Потому что, ну, сам понимаешь, 80-й уровень все-таки здесь. Так, ну-ка. Но у нас сегодня буст, понимаешь? Мы должны как можно дальше должны подняться выше по рейтингу, чтобы ниже нам падать и не так больно было, да? Чтобы мы могли с тобой потом обратно взять преимущество. И тут, как говорится, все средства хороши. Самурай 2 звезды, позиция у нас 72-я, окей. Так, выбираем с тобой Димка, Давид, Кристина. Димана, потому что кубков, как видишь, у него все-таки больше. И 45-й уже уровень персонажей. 45-й. Соответственно, так, Донни, подожди пока. Соответственно, у нас нагрузка с тобой увеличивается, да? И тут надо взять, наверное, Усаги. Усаги во всех своих проявлениях очень хорош. Что просто бомбить, что суператака, он всегда классен. Смотрите, тому пример. Вот он делает свой массовый удар. И все. И больше мы никого не видим на экране. Кроме нашей команды. Молодец, ничего не могу сказать. Так. И мы с тобой... А, нет, нет, нет. Я думал, сейчас перейдем в 3 звезды. Но еще пока рановато. Окей. Здесь у нас Даниэль, Рафаэль и Томас. Абсолютно все одинаковые. Я удивляюсь, как тут еще ребята с бронзой поднялись. Я вот, честно говоря, не понимаю этого. Ну, давай возьмем, наверное, Даниэля. Я возьму Даниэля. Тут какой? 42... А, 43 уровень персонажей. Это максимальный. Берем вот так вот. Кунаичи у нас здесь. И возьмем Донателло. Слушай, я думаю, здесь будет достаточно одного Донни, чтобы он сюрикенами всех тут разбомбил. Хотя не факт. Давай проверять. Ну-ка, упадет кто-нибудь? Абсолютно никто не упал, и это плохо. У него хиллер... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, родуля. Так, нам с тобой бы желательно, блин, вот этого уничтожить. Так, ну-ка попробуем Макмана ушатать. Ох, кому-то сейчас, по-моему, будет плохо. Волна. Фу. Но все равно, ребята, очень мало здоровья у нашего Лео. У ролевого. Его могут сейчас ушатать. И поэтому нам нужно с тобой уничтожить, наверное, Донателло в первую очередь. Отлично. Так, теперь попробуем Мондагека завалить. Кул. И теперь надо Донателло бомбить. Есть. Слушай, я серьезно испугался, что Леонардо ролевой сейчас упадет. У него было очень мало здоровья. Как его все-таки прожали... Ума не приложу. Причем он у нас провокатор. Не знаю, ребят. Из него провокатор какой-то липовый. 3 звезды самурай, 66-я позиция у нас. И мы с тобой продвигаемся дальше. Так, Лешка. Очень много Алексеев, ребята. Очень много Лешек, я смотрю. Так, Владимир и Марио. Ну, тогда будем с Лехой драться. Тогда будем с Лехой драться. Уже полтинники. Ты серьезно? Я еще даже этих не отыграл, а у него уже полтинники пошли. Это плохо. Блин, это очень плохо. Неужели придется брать Бакстера Стокмана? Надеюсь. Тут, конечно, Алапекс вообще не алло. Будем честны перед собой, да? Кто у нас еще тут не алло? Мондагека тоже не особо хорош. Так что, я не знаю даже. Возможно, кто-то упадет. Возможно.
Выпускаем маузеров с тобой. Неплохо, неплохо. Так, массовая атака. Повезло. Повезло. Баксер Стокман сделал такой удар, что оставил им совсем маленечко здоровья, и поэтому Майки смог их всех добить. Ну, а мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, дойти до Сёгуна 3 звезды, но это нереально. Этого у нас не получится. Гришка, Алаев и Зид. Если смотреть на кубки, все абсолютно одинаково. И я тогда возьму, кто послабее. А это у нас Зид. Причем это, по-моему, не знаю, девчонка или парень, там не разберешь. Так, полтиннички мои отыгрываются. И мы с тобой берем Паукуса, наверное, здесь можно взять. Я думаю, вполне зайдет со своей массовой атакой. У Шреддера, блин, массовая атака. Ну, в принципе, да, должно прокатить, друзья мои. Давай-ка посмотрим. Отлично, в принципе, неплохо. Так, Шреддер делает свою супер атаку. Минус двоечка. Отхил от Майки фильм. Кого же нам пробить? По идее, нужно Ванюшу гасить. Давай-ка вот этот вот удар с вертушки. Слабо. Телепатию от Эйприл. Да ну, серьезно что ли? А так вот если... Вот, отлично. Сделали с тобой минус двоечка и добиваем нейтрализатора. Окей, команда выжила, и все у нас хорошо. Слушай, ну мне понравился, когда делает мутагеноид удар по земле ладошками. Такой солидный урон наносит. Будь у меня желание и возможность, я бы прокачал бы ему. И мы с тобой в Сёгуне одна звезда. 70-е место, поэтому поехали. Так, опять Димка здесь. Мук и Анжелика. И кого же мне взять? Наверное, я возьму Мука. Так, маленький Мук, давай-ка мы с тобой начнем. Вот достало меня вот это обрубание на самом деле. Прям посреди матча. Так, смотри, у нас с тобой враг крепкий, поэтому мы не будем с тобой здесь рисковать. Возьмем Армагушу. Так, Армагушечка сейчас, в принципе, если он сделает свой суперудар, а мы знаем, какой он у него крепкий, должен положить всех. А может быть и нет. Хм, не вышло. Давай, Ксивермонтес. Так, Кирби упал. Макмана урони. Ха-ха, не вышло. Так, стая крыс. Да ну, король, да что ты как вата? Ё-моё, сейчас еще тут... Сейчас еще нас тут и... Тихо, 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 буянить-то так, зачем? А, парнишка? Ты что там делаешь? Хорошо, ребят, мы на последнем издыхании буквально выжили с вами. Там чуть-чуть бы перевес был бы в атаке, и все, и у нас бы рухнули бы... Просто, знаешь, этим редком все. Но, тем не менее, мы с тобой на 26-й позиции. Это Сёгун 2... Нет, пока одна звезда. Ничего себе. Я вперед, батьки, уже бегу. Так, опять Мук, опять Хантер и Габриэль. Возьму с тобой Хантера. Хантера. Так, смотри. Раз, два, три, четыре. Не-не-не-не-не. Кирби здесь не нужен. А вот Леонардо вполне зайдет. Давай-ка мы с тобой сейчас... Сделаем вертушку. Ну, Лео должен здесь положить всех, по идее. По закону жанра они должны упасть. И они падают. Так, с тобой мы сейчас переходим на Лигу Сёгунов. Две звезды. Позицию я тебе пока не могу сказать. Сейчас посмотрим. 84-е. Слушай, очень классно. Дальше у нас Аня, Марка и Хантер. Я выбираю тут, скорее всего... Давай возьмем Марка. Так, у меня героев-то практически уже и не осталось, к сожалению, да? Значит, тогда возьмем с тобой... давай Бакс... Ой, Бакстер, это же Зэк, наш любимый Зэк. Да, именно его. И будет он именно первым ходить через бросок своей бомбочки. Так, Тигр. Окей. Нам надо с тобой попробовать в первую очередь уничтожить вот этого. Все, Бакстер упал. Ну, а теперь на расслабоне играем. Хил у нас есть, но я сделаю ультразвук.
Ой, слабенький какой. Ванюш, давай, хорошая на них любоваться. Все. Получили они свое, ну а мы, естественно, с тобой продвигаемся дальше. Слушай, интересно, мы сможем ли попасть в лигу сёгунов 3 звезды? 44-я позиция. Нам не хватит, наверное, одного боя. Так, кубки у всех одинаковые, поэтому я, наверное, возьму Андрюху. У меня персонажи-то еще есть? Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, уберем этого. И можно взять Рафаэля. Слушай, не хватит буквально чуть-чуть. Слушай, у нас есть один откат, так? Мы с тобой, если возьмем Лео, хотя подожди, не будем вперед забегать. Сейчас посмотрим, как у нас тут пройдут дела. Я надеюсь, хорошо. Так, блин, вот это плохо, что Майки делает усиление команды вражеской. Замедлить, может быть, получится. Оу, неплохо, кстати. Так, смотри, что они делают, а. Мы берем провокацию, а они хотят мне пробить Змеюкарай. Так, дальше Кирби. Надо его как-то ушатать. Получилось. Бакстер Стокман, кстати, тоже здесь нам не нужен. Давай попробуем вот так вот сделать. А, он выжил. Он выжил, он сейчас выпустит. Волна. Фу, повезло, что не повесил постепенный урон, ребята. Это круто. Слушай, мы пока с тобой идем, ни один персонаж у нас не погиб. То есть этого давным-давно не было. Ну да, буквально на прошлой неделе. Все, мы с тобой заберемся в Лигу Сёгунов. Это я тебе гарантирую. Знаешь почему? Смотри. Мы можем взять здесь любого врага. Ну, неважно, вот этого даже возьмем. Смотри, беру Майки, делаю откат и вот этих двух персонажей. Да, одного героя не хватит. Но, в принципе, роли здесь в данный момент это уже не сыграет. Потому что Сёгуны 3 звезды — это офигенный рекорд, поверь мне. У меня это редко получается, чтобы с первой каточки, да, с первого заходика вот так вот просто сразу же от ноля до Лиги Сёгунов 3 звезды. А здесь, как ты понимаешь, мы это с тобой сделали. Такое было у меня лишь раз за всю игру, и вот сегодня будет второй. Ну что же. Да, давай. И позиция 80-я. Вот это я называю, сыграли мы сегодня. Фух, как говорится, с просони. Только встал, побежал сразу для вас делать, друзья мои, видосик. Потому что вчера, как я вам уже и говорил, не получилось. И немножко мне было обидно, потому что я проходил смятение из другого измерения. Я полностью прошел, ребят, получил очень много хороших карт. Точнее, ДНК, да. Я получил, в основном на черепашек все выпадало. На оригиналов и на классику. Но как я там боялся, что меня завалят, потому что было мало здоровья. Надо было это все, конечно, видеть. Ну, да ничего страшного. У нас еще впереди с вами много этих всяких испытаний. Так сказать, наверстаем упущенное. Ну что, я пошел набивать осколки. Ну, а с вами мы увидимся в следующих новых видосиках. Так что всем до скорого и удачи.